Так, ребята, всем-всем доброе утро. Я сегодня с вами Джамалидин Мурадов, и добро пожаловать на моего канала Дальнобой 2022 Green and Road. Так, ребята, у нас сегодня вторник 2022 году, и у нас сегодня обзор про зимняя сборка на номер 22. Так, ребята, обзор будет продолжаться краткого интересного, так что, ребята, для тех, кто завтракает, обедает, ужинает, также им приятного аппетита и также приятного осмотра. Что ж, ребята, пред осмотрением моего гайда я вас попрошу, подписывайтесь, ставьте лайк, а для тех, кто еще не подписался, советуем, рекомендуем подписаться на моего канала, чтобы не пропустить всякие полезные гайды и т.д. 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 Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого интересного, так что, ребята, не переключайтесь. Обзор. Погнали. Всем приятного осмотра. Так, что ж, ребята, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Откроем карту. Как видите, как мы видим, сборка, простая сборка, зимняя сборка на номер 22. Так, что ж, погнали. Это у нас глобальная МХПРА. Пока мы будем использовать МХПРА. Так, улучшение Poland детали Rebuilding. Улучшение Poland детали Rebuilding 1.46. Дорожное сообщение Русмап 2.46. Так, Киров-Кировская область 1.2 СС Кепс Фикс Великие Степи. Так, пока мы будем использовать Великие Степи 1 для 1.44, как бы думаем, нормально все. Так, Орал. Теперь Орала Кепс Фикса не придется ставить, уже как бы Орал для 1.45, как бы, либо 1.45, 1.46, типа, все дело исправлено. Так, знакомьтесь со всем свежей Сибирь-Сибирь-мап, которая в себя добавляет Екатеринбурга, там, короче, несколько километров. Короче, ну, меня поняли. Екатеринбург добавляет, по-моему, Сибирь, там, 2.5. Одна, то есть, ну, Петрова, как бы, Петрова, там, Петухова добавлена, там, всякие, там, типа, Макушина, я просто с английского плохо разбираюсь, ну, Курган-то понятно. Так, добавлено вот столько километров. Добавлено Екатеринбург, как бы добавлено, еще, по-моему, еще продолжение имеется. Видите, ребята, еще здесь и здесь, как бы, будем ожидать от автор 10 авойда. Так, дорога на Азия 1.6 пока данный момент будем использовать. Сейчас исправлено паромное сообщение. Будем использовать южного региона 10.5 от Симка, как-то так получилось, со дорожное сообщение со Крымской перевал, Крымская острова, вот она как бы. Так, то есть слитый проект Румения, версия 3.1 или 3.2, со ЮКРСК, как бы, используем R-ход, как бы, со исправлением до Измира, как бы, Эрхада. Так, будем использовать Корфу 1.0.1. Так, шведские Адон-острова от Вомбатрак версия 1.1 со совместимость МХПРА, то есть. Так, что еще у нас здесь присутствует? Так, ребята, хочу отметить, что пока мы не будем использовать восстановление Париж Ребильд, не будем использовать Суде Франции. По такому причинам у нас установлено, пока будем использовать, будем использовать глобальное МХПРО. Так, что еще у нас здесь?
Проект Кавказ, пожалуйста. Сейчас несколько вариантов автор начал зафигаривать, я их не стал скачивать. Я так посмотрел, там ничего сверхъестественного. Ну, не знаю, как бы пока вот это дело как бы 100% не устраивать, которое добавляет там Махачкалы, там Добрента, там Ксезма, там Баку исправляет, все это дело исправляет. Так, Волгамап, пожалуйста, я про Волгамап забыл. Исправлено со английское название, шапка Жеригемес Мастерфиксис. Вот еще несколько километров вот это дело. А, вот она, видите, уже почти как, ну, хочу отметить, что вот еще Сибирмап добавлено, вот это часто, видите. Мне кажется, что уже приближается до Кирова. До Кирова приближается. Так, удаляем пожелания, удаляем из Фармачевской до Калаес, как бы из Калаес до Фармачевской, удаляем паромные сообщения. Вот она, видите. Ну, это пожелание, хотите ставьте, хотите нет, дело ваше, но я лично его как бы удаляю, потому что как-то так получается. Но это пожелание, хотите удалите, хотите нет, там не паромное сообщение, а там железнодорожное сообщение, там типа того, короче, железнодорожное сообщение. Так, что еще у нас здесь? Да, ребята, пока я не стал ставить, пока данный момент не будем использовать там МХАП, ну, МХАП или там Афромап или там ПЖИНДАМАП. Не знаю, я посмотрел ПЖИНДАМАП 2.7.1, что-то к ним идет конфликта. Какая конфликта? При увеличении, приблизении карта ест вылета. Поэтому пока я не буду использовать ПЖИНДАМАП, либо вернуть предыдущая версия, либо вообще либо его не использовать. Исправлено вот это Дарья Ислам Хан, исправлена дорога на Азия, как бы. Да, ребята, хочу отметить, что для всяких раз для то есть для такая сборка нуждается все DLC Север, Восток, Запад, Юг, Балтика, Черное море и Берия, как бы. И как бы на готовом профиле как бы не получается, придется заново все сделать, чтобы в случае конфликта вылета не было. Поэтому у меня он как бы чист, как говорится, из чистого листа, из чистого ноля. Так, что еще мы здесь видим? Все, наверное. Но я сюда не стал ставить евро дорога, нет, потому что это пока мы будем использовать. Пока мы будем использовать вот это, как его, глобально МХПРО, конечно. Так, ну, на номер 22, так, все, наверное, по-моему, все мы вам начали рассказывать. Все дело как бы исправлено, но там дальше посмотрим либо на стрима, либо там просто как бы прокатимся, посмотрим, что к чему. Ну, а так, если вот смотрите, ребята, если мы полное как бы все исключим, да, и смотрите, пока мы никакие разрывы мы не видим, ребята, вот, видите, ребята, вот сейчас мы находимся на Вене, видите, как бы Вена это как бы МХПРА, как бы, видите, и здесь как бы стыковочка, то есть все как бы четко, все нормально, которое улучшает Польшу, то есть не, да, Польша. Да, как бы добавлять, исправлять Польшу. И вот здесь как бы все дело нормально, как бы. Ну, не знаю, пока я специально все убрал, исключил, чтобы и мне было понятно, и вам было как бы интересно. Все дело мы отключили, как бы, видите, все четко, все на свои места, пока разрыва никакие не видим. То есть как-то так получается, ребята. Ну, не знаю, ребята, хочу отметить, что катайтесь, не катайтесь, дело ваше. Я так увидел, что потому что это МХПРА совсем обновленная версия. То есть, ребята, хочу отметить, что по поводу МХПРА, как бы он чисто оригинальная. Для чисто оригинальной версии 1.45 и 46. Пока мы будем использовать 1.46 2.13s. Так, ребята, все, наверное, пока я с вами не попрощаюсь. Что ж, попадем по порядку установка мода. Так, это дело мы закроем.
Случай это дело мы будем сохранять. Так, попадем в запуск мода. Так, как видите, как мы видим, даже ребята, даже вы можете для такая сборка, ну, если там друг друга собираетесь с такой сборкой, можете как бы кататься на конвое, то есть совместимо с на конвое. Но это как бы у меня там еще всякие различные прицепы, там тягач установлено, поэтому это все максимально там 90, и там земной мода, там всякие различные установлено, и также айтрафик и остальное другое. Так, земная сборка на номер, ну я так, сначала я хотел там еще кое-что добавить, то есть не удалось, поэтому я их убрал как бы, поэтому на это особо не обратите внимательно внимание. Успели исследовать там 13 250. Так, что ж, ребята, версия игры у нас 1.46.2.13s, не стимовская, не лицензия, пиратка пашет все свои дела, выполняет отлично. Так, попадем в списка порядка установка мода. Сейчас это дело как бы подумает, задумает, передумает и затем откроет как бы. Ну что ж, ребята, как видите, как мы видим, спустимся самым вниз. Так, ребята, хочу отметить, что под этот как бы сборка абсолютно бесплатная сборка, если что, ссылочка оставлю на описании. Так, поехали. Так, Сибирь-Сибирмап. Вчера, как бы, вчера, ну, то есть я сегодня его обнаружил, и автор вчера его как бы адаптировал. Так, от автор 10 Void, версия 2.5, версион 1.46, как бы, устанавливаем. Более информации вы можете получить в группе ВКонтакте. Устанавливаем. Сибирь-Сибирмап 2.5 устанавливаем. Приступаем. Capsfix. Все в одном файле. Пока будем ждать от GRGMS Master Fixes. Устанавливаем. Приступаем. Удаляем. Пока в данный момент будем удалить железнодорожное сообщение, которое, как я вам хотел отметить, из Фармачевской до Калаис, из Калаис до Фармачевской. Устанавливаем. Но это, ребята, это пожелание для тех, кто не хочет чаще переплавать на железнодорожное сообщение, либо на паромное сообщение. Например, я как бы себе не желаю, поэтому я его буду использовать. Приступаем. Великая степень, Great Step. Устанавливаем. 2.0 от автор КЗ устанавливаем. 2.0 устанавливаем с таким макаром. Model Map Dev, английское название, от шапочка Герима GRGMS Master Fixes устанавливаем. Английское название для тех, кто чаще хочет использовать свободную камеру на территории Казахстан. Великая степень устанавливаем. Приступаем. Арал 2.0 под 1.46 устанавливаем. Теперь он как бы исправлена SAS Road to Asia, исправлена SAS Caps Fix, исправлена Jerry. То есть не придется больше его ставить. Устанавливаем. Приступаем на южного регион. Пока мы будем использовать южного регион для 1.46 10.9 от симка устанавливаем с таким макаром. Model 2 Dev and Map. Ну, я его начал адаптировать под 1.46, пока мы будем использовать 1.46, поэтому я его начал назвать 1.46. Устанавливаем Dev and Map. Английское название. Так, английское название от шапочка GRGMS Master Fixes, а для тех, кто чаще хочет использовать свободную камеру на территории южного региона, как бы, устанавливаем. Приступаем. Азербайджан, Греция. Файл скачивается с сайта rexintended.ru 1.6, 3.0. Устанавливаем. Приступаем.
Азербайджан, Греция 1.46, Азгея 10.9, дорожное сообщение 1.45 плюс 1.46, от автора АРС устанавливаем. Приступаем. Проект Кавказ 1.0, фунт тракер 18, 1.45, исправлено для 1.46, устанавливаем. Приступаем. Map Combo Fix, проект Кавказ со скапс фикса, шапочка исправлена 1.45.2.0, фикс устанавливаем. Будем использовать дорога на Азия 1.6 с таким макаром, от автор Terramap Time, с таким макаром. Assets, Model 2, DevNmap, паромное сообщение, оптимальное паромное сообщение 1.6, устанавливаем. Приступаем. VolgaMap от Александр Мастеров, VolgaMap, Model 1.5, устанавливаем, с таким макаром, Model Map. Приступаем. Дорожное сообщение добавлять M5 Урал, пока будем использовать для, то есть будем использовать 1.45 от 10 Авойда, Денис Кудинов, ссылочка про него я оставлю в описании, почти я на все я оставлю описание. Устанавливаем. Приступаем. VolgaMap, английское название, да, естественно, от шапочка GRGMS Master Fixes 1.46.0.1. Так, для тех, кто чаще хочет использовать свободную камеру на территории VolgaMap, ставим в высоком приоритете, устанавливаем. Приступаем. RusMap DFX подскажи 2.46 от автора, так, Admin собачка Тор. Definition подскажи 2.46, устанавливаем. Так, ребята, по поводу MHPRA. Так, ребята, сегодня у нас как бы вторник. После работы, как я вернулся, я начал лично, без никаких сборка, начал его подтестировать совсем, потому что мне начали писать на комментариях, что он как бы 1.43. Ребята, я начал зафигаривать на 1.43, как бы он не сработал. И на 1.44 тоже он не сработал. На 1.43 он не сработал, а на 1.45-46 он как бы сработал 100%. Поэтому, ребята, я вас попрошу, что всякие... Не говорили, что это все ложь или все чушь. Нет, ребята, все правда. Автор начинает рекомендовать с таким макаром. Part 1, Part 2. Так, по поводу вот это два файла, хочу отметить, что сначала идет Part 3A, затем Part 3B. Автор Алекс Бэй начал рекомендовать вот с таким макаром. Сначала А, затем Б, затем Part 4. Дальше пойдет RusMap 2.46 Model, RusMap 2.46 Model 2, RusMap 2.46 Map, автопарк. Я забыл про автопарк вам рассказывать. Устанавливаем. С таким макаром. Так, Part это, ну, вот это два файла, это пожелание, хотите ставьте, хотите нет, пока я это дело я буду использовать, потому что он мне как бы понравилось. Softrans Auto находится в Калуге, там версия 2.0.1, устанавливаем. Так, автопарк фикс для тех, кто будет использовать там RusMap и Южного региона, фикс ставьте в высоком приоритете, чтобы при покупке гаража случая не было. Рекламный щит 1.0, как бы для работоспособности нуждается Балтика, Черное море. Устанавливаем. Приступаем. Кировская область 1.2. Устанавливаем. Более информации можете получить в группе ВКонтакте. Устанавливаем. Приступаем.
Так, группа... Так, Киров, Кировская область, Шапочка Фикс, Капс Фикс, Капс Фикс, от Жергемес Мастер Фиксис, 1.43, исправлена для 1.46, устанавливаем. Приступаем. Эрхот, Эрхот 1.0, для 1.46, устанавливаем. Приступаем. Полон деталь ребилдинг 1.46, пока мы будем использовать вот это дело. Для работоспособности нуждается DLC Going AS, также Скандинавия. Устанавливаем. Используем. Приступаем к проектору Extended для 1.46. Слитая версия. Файл скачивается с сайта extended.ru 1.46. Устанавливаем с таким макаром. Так, Re-Extended Free Pack 1, Free Pack 2, Free Pack 3, Free Pack 4, Free Pack 5. Устанавливаем. Приступаем. Английское название 3.2. Да, для тех, кто чаще хочет использовать свободную камеру на Черном море, там, и на Болгарии, и на Украине, и на самому Румыния. Файл скачивается с сайта re-extended.ro 3.2 от автора RIS. Устанавливаем. Приступаем. Пока мы будем использовать вот это фикс, так, UKRS катаем и AirHot. Фикс исправляет пребывание из мира, при покинут из мира, до этого дня было вылито. После я как вот это начал использовать, все дело начинает исправляться. Устанавливаем. И приступаем. Приступаем. Caps Fix, то есть не Caps Fix, там Re-Extended Map Fix для совместимости AirHot'а и проект Румыния. Файл скачивается с сайта re-extended.ru 1.46. Исправлено, адаптировано под 1.46. Устанавливаем. Приступаем. Приступаем. Re-Extended 1.46. 10.9, 1.46 от автора RIS, вторая версия, устанавливаем. Приступаем, исправлено, адаптировано под 1.46, Roexal, Roexal Rusmap 2.44, полон детали, аддон типа Rebuilding, более вроде того. Для работоспособности нуждается все DLC, в том числе Балтика, Черное море и Берия. Также файл скачивается с сайта re-extended.ru, устанавливаем. Приступаем. Пока мы будем использовать Corfu, Corfu там 1.0.1 от автор Terra Time, Terra Maps Time 1.42. Исправлено для 1.46. Устанавливаем. Ну и естественно приступаем. А, да, то есть типа модул, Dev and Map, шведская аддон острова. Шведская аддон острова 10, то есть 1.11 от Womba Track 1.45. Исправлено для 1.46. Устанавливаем. Ну естественно будем использовать шведская аддон острова. By Банген, Бенген, ну, для тех, кто будет использовать МХПРО, также шведская одна острова, МХПРО фикс, ставьте в высоком приоритете, устанавливаем. Что ж, ребята, все там, ну, естественно, замыкает подложка ETS 2, 1.6, подложка для всей карты, 1.44, исправлено для 1.46. 6 устанавливаем. Ну естественно фикс. Фикс для подложка и кабина, чтобы в случае конфликта не было. 1.6 устанавливаем. Что ж, ребята, все на этот как бы. Ну, дальше уже ваш личный мод, который вы хотите, который не хотите. Дело ваш. Что ж, ребята, при правильно активатор мода принимаем применить. Что ж, ребята, мне пора с вами попрощаться. Надеюсь, что гайд кому-то дал полезно, гайд кому-то помогло. Советуем, рекомендуем подписаться на моего канала.
поддержка моего канала, сос подписка, сос лайкоса и сос доната. Ссылка я оставлю по описанию. И про сборка тоже, если что, про все я ссылочку оставлю в описании. Мод сборка абсолютно бесплатная сборка. Что ж, ребята, берегите себя, берегите своих близких, и всем пока-пока. До следующего выпуска. Всем пока-пока.